закупились мы продуктами. Вот. И детки будут помогать разбирать. Пытаемся организовать процесс, иначе у нас не получается. Давайте, детки, на стол будем выкладывать и говорить, что мы купили. Неси, давай, клади. Вот это вот круассаны, вкусняшечки к чаю. Соня очень просила шоколадные, что-то мы про них вспомнили. Так обычно это не наша такая еда прям. А это ясно солнышко, хлопья овсяные, средний размер, 5 минут готовится кашка. Да, калужская зорька. Здесь должно быть 5 попкорнов, да, 3 из них соленые, 3 голубенькие и 2 сладко-соленые. Это у нас в загашник, естественно, мы не сразу, не на неделю даже, а это будет как бы на больше времени. Где-то еще были одни перчаточки. Соня, посмотри, пожалуйста, там было 2 перчаточек. Это для огорода маме перчаточки. Тебе они будут большие. Ну, классные, и 44 рубля стоили, дешевле, чем в фикс-прайсе. Колечка уже принес 2 кусочка сыра. Свежий ряд, пешеходский сет. Я ездила специально в Пятерочку, вот, покупать, поэтому взяла такой сет. Это лучок, яблочки у нас вот такие красные одни, другие фасованные голден. Из овощей морковочка, да, там их 2 должно быть. Колбаса вязанка была, акция 1+1, поэтому тут 2 палочки должно быть, вот. Да, вот эти вот мясные лоточки, сынок, неси, там их много, неси, мы хорошие. Огуречики. Да, из овощей у нас еще огуречики, и где-то должны быть помидорки. Ну что-то, раз вы не достаете, может, они раздавились, нет? Они в третьем пакете. А, они в третьем пакетике. Вот это все мне сюда давайте. Кашка! А, так. Кашка! Индилайт, вот 3 упаковочки стейка. Я взяла 3 упаковочки стейка. Одну, получается, филе бедра и троекурово печень куриная. Вот помидорчики из овощей. Вот так у нас все происходит. Весело. Это рис из круп. Рис. Бананы. Там еще должен быть пакетик с бананами. Эти бананы маленькие и позеленее, а вот эти вот желтые бананчики. Творога там тоже должно быть 3 штучки. Зубочистки. Да. Зубочистки. Это дома заканчивается. Творога еще должна быть пачечка творога. А вот эта сметана, Сонечка, на отопленном молоке написано. Я взяла попробовать. Сметанку мы такую не пробовали. Вот творога, да, 3 штучки 5% творога. Семечки, 2 пачки я взяла, тоже они были со скидочкой. Семечки от Мартин, я любитель, мы с папой под фильмецы какие-нибудь щелкаем. Вот, да, хлебушек. Хлебушек у нас вот такой нарезной батончик, уже порезанный, я взяла мягкий. Из круп еще пшено. Так, давайте как-то аккуратно, детки, выкладывать, а то у нас что-то все падает уже здесь. Сейчас, подожди, Сонечка, подожди, миленькая. Так, груши, конференция. Беру в двойном пакете, иначе они рвутся от палочек. Кукурузы должно быть 2 баночки. Найдешь? А, у Коли нашел кукурузу еще одну. Давай, Колечка, вот ставь баночку на баночку. 2 кукурузы, большой-большой майонез провансаль я взяла. Что, все? Вот, вроде все. Не знаю, успела ли я все показать, что дети вынули. Вот, по чеку получается у нас. Вот, фокусируется. Цены на какие продукты, кому интересно, можете остановить на паузу, посмотреть. Здесь все очень хорошо видно. Вот. И сумма закупочки у нас получилась 3867 рублей 42 копейки. Ну вот, а детки вот что творят. Пакет, кстати, один еле донесла до дома, порвался. Ты что, это в шапочке? Ой, гречку забыли. О, забыли гречку, видишь как? Давай, Коля, ты этот поисковик великий, видишь как хорошо, гречку забыли. В общем, гречку взяла, красная цена в этот раз была. Вот, нормально, гречка хорошенькая. Вот такие покупочки.
В общем, у нас веселуха с тремя детками. Кому интересно, будни мамы трех деток, подписывайтесь на канал. Попкорн будем делать? Давай, конечно. У нас весело. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свое мнение в комментариях, как вам закупочка. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока! Помашите ручками! Пока-пока!